Анонс и точно дата выхода нового шестисерийного сериала «Монастырь». Премьера нового сериала стартует с 19 ноября на интернет-площадке Кинопоиск HD. Главная героиня картины – Мария, и она типичная тусовщица. Она не знает цены деньгам, не работает, а существует за счет других людей. Ее вполне устраивает такое существование. Можно не заморачиваться по мелочам и наслаждаться жизнью, не думая о завтрашнем дне. Но однажды ситуация меняется. Маша вместе с подругой и по совместительству с женой состоятельного мужчины отправляется в ночной клуб в Эмиратах. Сначала вечеринка идет хорошо, но в определенный момент выходит из-под контроля. Теперь Мария может попасть в тюрьму, а кроме того, она осталась без денег. Ведь все счета арестовали. Чтобы спастись от опасного преследования, она возвращается на родину и укрывается в монастыре. Кроме Маши, в монастыре будут и другие персонажи. Например, отец Варсофоний и его сын Юра. С появлением главной героини их жизнь круто изменится. Напомним, премьера нового сериала состоится 19 ноября на Кинопоиск HD. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.